Всем привет, меня зовут Константин, вы на канале Каравана России. Наш канал о караванах и автодомах, об автомобилях, на которых можно и нужно путешествовать, о палатках и аксессуарах для автокемпинга. Тема сегодняшнего выпуска посвящена каравану Fendt серии Sapphire 700 SFDW, который вы уже видели, неоднократно видели на нашем канале. Данный караван был уже освещен как в анонсе коротком, так и в детальном обзоре с подробным описанием всех преимуществ данного каравана. Что еще хочется сказать по поводу этого каравана, когда уже вроде бы все показано? Дело в том, что любой караван, тем более зимний караван, как Fendt Sapphire 700 SFDW, нуждается в дополнительной зимнем усовершенствовании, зимней доработке. И эту доработку мы обычно выполняем с помощью наших друзей, знакомых и коллег компании Camper Service. Почти все караваны поставок этого года после таможенной очистки и передачи клиенту поступали в Camper Service. Некоторые сразу после таможни, некоторые по прошествии времени. Даже караваны, полученные с заводского конвейера в максимальных комплектациях, все равно требует добавления некоторых опций, таких как солнечные батареи, которые на заводе не ставят, такие как дополнительные аккумуляторные батареи, которые на заводе более чем одну не ставят, дополнительные водяные баки, ну и много-много еще чего можно добавить в караван, который даже очень хорошо оснащен. Эксплуатация каравана в России, она сопряжена с различными трудностями, у нас нет кемпингов, но мы всегда отвечаем на это просто. То есть у нас нет кемпингов, но они особенно нам и не нужны. По той причине, что современный караван может быть достаточно автономен. Автономен в электричестве, автономен в воде, автономен в газе. Поэтому все эти системы, газ, вода, электричество, так или иначе, требуют небольшой доработки. И поэтому перед тем, как караван этот уедет к заказчику, мы воспользовались случаем, посетили наших друзей в Camper Service и хотим вам показать несколько значимых объектов в работах, выполненных в караване Sapphire 700 SFDW. Контакты данного сервиса будут указаны в описании к видео. Работают профессионалы, инженеры с большой буквы. Очень приятно общаться с людьми, которые до сих пор умеют читать электрические схемы, гидравлические схемы. То есть караван, в котором мы находимся, достаточно сложное инженерное конструкционное строение, то есть в котором есть жидкие водяные полы, то есть магистрали, которые проложены внутри конструкции, внутри полов, стен, под рундуками, достаточно много. И важно все эти магистрали не только сохранить, но и взаимосвязать с новыми магистралями подвода систем, которые будут повышать комфорт использования данного каравана. Поэтому, как всегда, от слов к делу, покажем все то, что здесь появилось за достаточно короткий период. Работы еще не завершены полностью. Мы воспользовались случаем, попросили наших коллег предоставить нам караван на время съемки. Поэтому, естественно, караван еще не приведен в полное товарное состояние, то есть где-то что-то может быть еще следы строительных работ, где-то еще детали не прикреплены, где-то еще проводка до конца не доведена. Но это, естественно, рабочие моменты. Просто так получилось, что нам удалось организовать съемку сегодня. И поэтому, пользуясь этим случаем, мы вам покажем, а все остальное, я думаю, ребята за последующие дни доделают, но основные узлы и агрегаты уже установлены, и они очень интересны. Итак, пойдемте. В караване, естественно, появились газовые баллоны, которых не было. Появилась система Dual Control и появился дисплей трума для управления Dual Control и системы антизамерзания редуктора. Это обязательно для использования каравана в межсезонье, тем более зимой. Поэтому сейчас он режим нагрева уже включен. В зоне кухни мы обнаружили пульт управления Dometic. Это
не что иное, как блок управления климатом Дометик. Раньше мы такие, наверное, встречали Трума Сапфир, это так называемые подкроватные кондиционеры. Мы найдем его сейчас, где он установлен. Но вот блок здесь, а приемник Дометик, вот он. Мы его тоже видим. Если посмотреть по верху, то блок Альды как был, так и остался на своем месте. Но здесь мы видим, разобрана панель и ведется монтаж гофры, как раз климатической установки, которая будет смонтирована в скрытом варианте и подведена в зону столовой группы. На входе мы видим, лежит блок Трума от мувера Трума. Караван двухосный, 4 колеса, 4 двигателя, поэтому вот на улице потом посмотрим, установлен мувер Трума XT4. Под правым диваном, под которым было раньше пусто, установлен как раз вот этот блок Дометик. Это климатическая установка, так называемые подкроватные кондиционеры. Данные климатические установки более комфортны по акустическому комфорту, по звуку, потому что крышные кондиционеры, они, конечно, более эффективны в моментальном охлаждении, то есть они быстрее нагоняют холод, быстрее достигается градиент заданных температур там по охлаждению, но подкроватные кондиционеры считаются более комфортными по акустике, то есть они более тихо работают, и они охлаждают медленнее, но равномерно. Почему? Потому что он находится здесь, а дефлекторы выведены в разных частях каравана, когда крышный кондиционер дует только сверху. Вот, поэтому, ну, это две идеологии, кому что нравится. То есть нельзя сказать, что это абсолютное совершенство, а другое нет. Ну вот, в частности, в этой модели применена модель Дометик. Мы можем сейчас попробовать включить. То есть здесь все просто, направляем. Включился. Загудел. На пульте у нас видно работа. Соответственно, вот со всех дефлекторов, включая этот, дует воздух. И также выключаем. В столовой группе вроде бы больше ничего не произошло. Есть у нас, если вы заметите, внизу два выключателя под сиденьями. Эти выключатели свидетельствуют, вот эти вот, о включении насосов баков. То есть у нас был бак основной, он остался, мы его сейчас посмотрим. И у нас появились дополнительные баки в караване, у которого теплые жидкостные полы. В данном караване сверлить, в принципе, запрещается. Везде установлены наклейки Achtung. Achtung — жидкие теплые полы. Пожалуйста, не сверлите. Поэтому найден вариант удачной компоновки водяных дополнительных баков. То есть здесь бак основной у нас был, он так и остался. В подкроватном пространстве у нас появились дополнительные баки. Мы их посмотрим. В шкафу рядом с холодильником, в нижней секции, появились аккумуляторы. Аккумуляторы применяются, специальные яхтные аккумуляторы американского производства. Каждый аккумулятор, несмотря на свои габариты, на 130 ампер-часов. Название торговой марки такое антивирусное или наоборот вирусное — Троян. Вот здесь у нас установлены три аккумулятора, и мы видим
выведены концевики отключения полного, уходя, гасите свет. И, соответственно, здесь же выходят воздуховоды климатической установки Дометик. Рядом с этим шкафчиком на торце панели кровати установлен вот такой индикатор наполняемости подкроватных баков, который при наличии электропитания светится, и его легко можно считать даже в темноте. Над кроватью мы видим появление дефлектора климатической установки. Здесь у нас будут выведены зарядки, розетки и появится крепление телевизора. Она еще не сделана, но розетка вот монтируется. Включение и выключение достаточно просто вот таким методом. Самая главная проблема — это было размещение водяных баков. Баки для автономного отдыха, для автономной стоянки нужны. Если возможности набрать воды где-то поблизости нет, то нужно иметь какой-то запас. В данном случае у нас караван с жидкими теплыми полами, и установка баков методом сверления половых конструкций достаточно рискованный метод, поэтому здесь решена сразу двойная задача. То есть караван зимний будет использоваться круглогодично и на зимних стоянках будет размещаться, поэтому в данном варианте баки стоят на двойном полу на конструкции теплых полов, то есть эти баки всегда будут снизу еще иметь поступление дополнительного тепла. И второе — это то, что эти баки находятся практически на оси каравана, то есть рядом с двухосной центровкой, и, собственно, вся нагрузка от размещения этих баков равномерно ложится на ось каравана. В баках применен дополнительный насос. Как мы видели, выключатель у основного бака позволяет включить насос из резервных баков. Соответственно, эти баки два вместе, они запараллельны, то есть они перетекают один в другой, являются дополнительными. То есть, когда вода в основном баке заканчивается, включается насос подпитки вот этих баков и, собственно, используется вода из этих баков. В туалете и ванной глобальных изменений не было. Там только проводились протяжка магистралей, необходимых для интеграции в систему водоснабжения. А так, все, в принципе, осталось на своих местах. В платиновом шкафу у нас, естественно, появился контроллер. Контроллер 40-амперный, достаточно мощный, достаточно умный. Настолько умный, что при настройке, при интеграции муверов, при интеграции других электронных систем баков, приходится, конечно, учитывать, что заводские алгоритмические настройки этого контроллера иногда не позволяют работать системам одновременно. Поэтому приходится в каждом меню делать дополнительные настройки, что впоследствии этот контроллер дарил комфорт. Соответственно, этот контроллер на 40 ампер у нас поставлен для того, чтобы объединить и управлять солнечными панелями, установленными на крыше. На крышу мы тоже залезем, посмотрим. Там у нас установлены панели ни много ни мало, а на 2000 ватт. В газовом рундуке у нас стояла простая система сингл для газового питания. Естественно, установлена система Duo Control. Поставлены композитные баллоны, объединенные. И для того, чтобы у нас автономность по газу была чуть больше, поставлен дополнительно третий баллон. Он, естественно, в систему газовую не завязан, он стоит как резервный, но к нему сделана система крепления. И он здесь находится на постоянном месте. То есть, если один из баллонов опорожняется, подключается третий баллон, и у нас есть всегда запас по газу для того, чтобы заправиться. То
То есть, ну, систему DUO контроля мы уже показывали неоднократно. В принципе, здесь ничего нового нет. То есть, система DUO контроля, система и антизамерзания газового редуктора, что обязательно для осенне-зимней эксплуатации. Резина уже поставлена шипованная, зимняя. Караван готов к зиме. Сейчас попробуем. Сейчас мы подвели моторы к колесам. В принципе, караван готов для самостоятельного движения. Также они отводятся. Караван готов ехать. Движения очень просты. Все работает. Огромный 9-метровый караван с полной массой 2,5 тонны может управлять ребенок с пульта управления. Маневрирование, полный разворот вокруг осей возможен очень просто и комфортно. Неважно, грязь на дороге, снег, любые дорожные условия, данный мувер по своей мощности, по передаточным числам позволяет маневрировать караваном. И последняя картинка – это крыша. На крыше установлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 панелей, которые вместе дают мощность 2000 ватт. Также установлена автоматическая телевизионная антенна. Все это интегрировано на контроллер, который мы вам показывали, 40-амперный. И, собственно, поступает заряд на американские аккумуляторы Троян. Вот эта часть работ, которая была сделана именно за эти дни с караваном Sapphire 700 SFDW. Теперь он стал по-настоящему зимним, по-настоящему автономным, по-настоящему готовым к различным интересным маршрутам. Здесь рядом в сервисе мы можем увидеть много наших караванов, и 515 SD ждет своей работы, будет тоже много интересных проектов. И, естественно, вдалеке у нас вот стоит много караванов, которые не очень новые, но вот впереди стоит караван поставки этого летого 545 КМФ. И с правой стороны у нас тоже стоят еще караваны. Поэтому работы очень интересные, сделаны на высоком уровне. Ребята молодцы. Вот. Рекомендуем всем. Сервис Кемпер. Ребята работают на европейском уровне. Ну, цены при европейском качестве цены гораздо ниже. Итак, мы бегло показали вам
что установлено на Sapphire 700 SFDW. Это пока не полный перечень, работы еще ведутся и будут добавлены некоторые узлы и агрегаты. В любом случае, нам приятно сообщить всем, что мы не только поставляем самые современные, самые новые караваны прямо с конвейера, оснащая их в необходимых комплектациях прямо на заводе, но имеем возможность после получения нового каравана с завода получить самые интересные варианты установки дополнительного оборудования, исходя из планировки и комплектации вашего каравана. Вариантов может быть много, это могут быть дополнительные водяные баки, это могут быть аккумуляторные батареи, это могут быть солнечные панели, различные контроллеры, интеграторы, климат-системы. В любом случае, здесь нет никаких ограничений. Наши партнеры Camper Service устанавливают не только стандартные какие-то системы, они могут даже поставить систему отопления Alta, ну, исключая теплые полы, потому что теплые полы закладываются в конструкции, в силовой конструкции, в половой конструкции каравана. А так, в принципе, ограничений нет. То есть абсолютно любые работы по модернизации оборудования каравана, можно сказать, нам посильны. Потому что мы сейчас работаем в единой связке. Караваны поставляются, караваны идут в разных комплектациях, клиенты так или иначе приходят к решению о доукомплектации, и наши партнеры Camper Service всегда в этом вам помогут. Поэтому обращайтесь к нам, если вам понравилось это видео, ставьте вот так, если не понравилось, можете поругать. В любом случае, мы стараемся делать наш сервис более качественным, более оперативным, более европейским. Как говорят некоторые клиенты, мне говорят: Константин, вы работаете на европейском уровне. Как они это оценивают, я точно не знаю, но, наверное, это сказывается и на уровне цен, которые мы предлагаем при поставке новых караванов с конвейера. Это сказывается и на тех сервисных работах, которые предлагают наши партнеры, которые работают на европейском уровне качества, но предлагая уровень цен значительно ниже. Все комплектующие, все запчасти, все блоки, все оборудование, так или иначе, поставляется по прямым контрактам. Поэтому все стоит оригинальное, Трума, Дометик, ну, самые известные бренды. Поэтому по оборудованию переживать не надо, нужно просто сказать, что вы хотите, и наши партнеры сделают именно то, что вы хотите. В любом случае, на каждом этапе идет согласование. Согласование по техзаданию, оно идет практически в ежедневном режиме, потому что создать караван своей мечты можно только лишь сообща. Сообща с нами, сообща с нашими сервисными партнерами, и нам это удается. То есть вот еще немного, и, так сказать, со стапелей уже российских выйдет караван мечты Sapphire 700 SFDW, оснащенный для круглогодичного использования в России. Он будет стоять у горнолыжных спусков, он будет стоять у горячих источников зимой, летом, осенью, весной. То есть здесь уже ограничений не будет. Поэтому мы готовы помочь и вам создать караван вашей мечты. С вами был Константин, вы были на канале Караван России. Всего хорошего, пока. Рад был вас всех видеть. Audio Jungle.